Ничего себе, какой агрегат. Ты посмотри, машина какая. Что, мы тут сваргали на скорую руку? Тетя Алена, свое понимание, как осьминоги выглядят. О, бешеный. Мне кажется, они сейчас устанут так, и им уже аниматор не аниматор. Глобус, ничего себе, круто. Кто тут пришел? Здравствуйте. Машки, ой, обнимашки. Привет, милый, с днем рождения. Ну что, будешь распаковывать? Ну давай. Ой, а я собралась идти спать, Миш. Успела вовремя. Так, что там? Еще 5 секунд. Упаковка жила. Я ее только что закончила упаковывать. То, что ты просил? Ну, это металлофон. Можешь открыть, попробовать. Белые протяжно звенят, а черные отрывисто. Ну, ты такой хотел? Ну, слава богу, раз понравилось. Следующий открывай. Что там? Тяжелые. Ох. Что это? Бассейн. Бассейн. Ты просил бассейн новый? Смотри, какой большой. Так он, знаешь, какой большой. Это он сложно видеть, такой маленький. Он надувной, он очень большой. Но это мы, Миш, наверное, не сегодня, потому что сегодня жары не будет. Я хотела, чтобы ты на день рождения с ребятишками на улице поплескался. Но погода нам пока не позволяет плескаться. Ну, давай следующий. Это от бабушки. Электросамокат. Он сам катается. Это надо, чтобы папа тебе помог. Пингвинчик тебе цветочек принес. Обратил внимание? Это мама вязала цветочек. Сейчас наверх пойдем стрекоз смотреть. Ты не рассмотрел стрекоз-то? Пингвинчик понравился. Понравился. Ну, здорово. Так, у тебя на виске, по-моему, Миша, это зубная паста. С днем рождения, моя зайка. А, Миша, там была открыточка, я тебе подписала. Ну-ка, посмотри открыточку-то. Я специально подписывала печатными буквами, чтобы ты смог сам прочитать. Давай. Миша, ты сегодня больше спать-то не будешь, да? Миша, я вообще ведь не спала, малыш. Что делать-то? Ну, что там написано? Мама плюс папа плюс Миша равно любовь. Дорогой Миша, поздравляем тебя с 7-летием. Расти здоровым, любознательным и счастливым мальчиком. Мы тебя очень любим и будем гордиться тобой всегда, мама и папа. Всегда ты будешь нашей гордостью. Мы тебя очень любим. Так, ну что, Пополь, расскажи папе, Миша, что это за электросамокат такой? Ну как, вот он нарисован, смотри, вот такое сиденье. Знаю, что он катается сам. Ты на него просто встаешь, а он едет. Ну да, там не надо. Да, а можно и посадиться. Это как маленький мотоцикл получается. Давай, пока папа собирает его, сбегаем наверх, посмотрим. Что там у меня есть? Ты не обратил внимания, что у тебя на доске там? Сбегаем. Смотри, Миш, кто летает наверху? Стрекозы. Стрекозы, это я, Миша, плела. Вязала стрекоз. Научилась. Видишь, 3 стрекозы. У нас же... Какой у нас день рождения-то будет? Про животных и насекомых. Про животных и насекомых, да. Ну, насекомые тоже животные. Обратил внимание? Цифра 7. Почему да, цифра 7? Потому что мне лет 7. Потому что тебе лет 7. А семерка-то из чего состоит? Из ветвей, швы, семец.
и звери, рыб, птиц, насекомых. Какие тут есть? Все перечисли. Жук. Так, жук. Лягушка. Лягушка. Бабочка, мышка. Два дельфина, да. Еще кто? Кальмар. А тут улитка. И улитка, да. Мишенька, Мишенька, я так и знала. Тут подвох был. Одно животное ты не нашел. Найдешь? Кого потерял? Пчела. Пчела, да. Видишь, она замаскировалась. Мое любимое насекомое. Угу. А ты обезьяну-то нашел? Говорил обезьяну-то? Говорил. Угу. Ну, смотри. Я люблю тебя. Ты у меня совсем большой стол. Вольный пингвинчик тебе понравился, да? И ты хочешь вниз спустить, что ли? Всех стрекоз хочешь вниз спустить? Как скажешь. А кто их тут увидит-то? Ну, давай тогда всех спустим, если хочешь. Понесли. Я говорю, Миша в мои планы сильно коррективы внес. Ты моя, ты со своими шариками. Ладно, давай тогда отдыхать пока. Чего? Торт? Давай это будет сюрприз. Ладно? Все, договорились. Ладно, давайте. А вы занимайтесь самокатом. Ничего себе, какой агрегат. Ты посмотри, машина какая. Сколько километров в час развивает этот агрегат? 12 километров в час? А сколько килограмм выдерживает? 70 килограмм выдерживает. Пингвинчик, да что, прям пингвинчик понравился. Миш, ты парень у нас парадоксальный. Пингвинчик. Да. Нет, так мы нарядимся. Я тебе брючки, рубашечку надену. Я вообще хотела тебе и пижамку надеть, новенькую. Но что-то я забыла папе сказать. Он тебе дал что-то совсем уж позорное. Он не знал. Хотя мог бы и догадаться, да, Миш? Ну, ладно, прости. Очень красиво, милый, очень красиво. Кто там идет? Ты идешь? А, батюшки, Миш, смотри, кто идет. Первый твой гость. Привет, здрасте. Мы, конечно, ничего не успели. Подожди. Маша, это тебе. Это мне. Ой, спасибо, родной. Ох ты, ты какой красивый. Приходи, я ничего не успела, я уснула. Поэтому я ничего не успела, сейчас буду одеваться. Так, ну показывай, что там. Это, я не знаю, что, но мама сама купила. Так. А еще мама заказала, смотри, что тебе. Это оружие какое-то. Да, здесь можно еще вот... Миш, смотри, воду надевать, а он еще может с водой. Вот, видишь, здесь девочка есть. А здесь у нас что? Это? Это не знаю. Что. Это пумба, это из Короля Льва, да, Миш? Да. Это там это игра настольная. Будем жуков ловить. Туда. Гимнаст, давай нас. Очень классно. Только вы это все тащите сюда, а в 3 часа гости придут, это надо будет назад убрать все, ладно? Ага. Мишу. У нас аниматор будет, она все будет делать. А, она там придумала какую-то для вас программу. Ну, давай стреляй. Во, хорошо, супер. Ой, елки. Миш, в кролика не стрелять, ладно? А какого? В какого? У нас много кроликов? Нет. А бабочку я ему вчера купил. Помнишь фильм там, где мальчишка, это хулиган такой, это рыжий хулиган, мальчишка фильм. Это трудный ребенок, что да, ли? Да. Так, все, ладно, я одеваюсь, пойду. А, Ром, давайте, может быть, вы съездите за тортиком. Угу. Все.
А мы с Аленой будем готовить эти бутерброды всякие. Давай я по дюжатке откручивать. Не могу! Я даже сюда подкручу. Ой, надо. Да ты держи его. Подержи его. Давайте вам откручу. Я знаю. Сколько? Один. Миш, собирай своих жуков. Клади, Миш. Кто выиграл? Егор же выиграл? Все. Ванюш, проходи. Ой. А покажи мне. Это что, у тебя лего? Круто. Ну, скажи спасибо и приглашай Ванюшу. Ты сними только на эту кофту. Юль, пройди тоже. Я поеду. Ты хотел машинку, да, Ром. Никого больше нет, здрасте. Покажи машинку швейную. Она мне тут вчера звонила насчет машинки. Да, да, отдать машинку. Ну, короче, там в гараже идет. Сколько тут у вас будет мероприятий-то? Не знаю. Ну, позвонишь, короче, как они, может, тут наиграются, позвонишь, да? Там можно стрелять. Так, гости начинают подходить, я покажу наш стол. Что мы тут сваргали на скорую руку. Было много запланировано всяких канапешек. Но все по-простому, потому что не хватило времени. Так, сделали бутербродики горячие. А, такие вот грибочки. Это точно! Да. Грибочки. Нарезали им колбаску, сырок. Пирожки, сладости. Тут у нас должны были быть осьминоги из сосисок. Ну вот у тети Алены свое понимание, как осьминоги выглядят. Пусть будет так. Ну ладно, вот все, справились, да? Вот сейчас стулья принесем. Короче, на улице дождик, поэтому пиньяту мы вешаем наверху на турник. В Мишкиной комнате. Естественно, в день дня рождения у нас дождь пошел. Все планы... На уличные наши гулянья пошли прахом, все будет дома. Ну ничего. Ой, вешно. Мне кажется, они сейчас устанут так, и им уже аниматор не аниматор. Короче, я запихнула в нее эти конфетки, она вообще деформировалась у меня. Они уже еще маленько порвали, потому что лазили за конфетами туда. Ой, чудовище какое-то у меня, они пиньята. Ну ладно, пошла вешать. Нет, 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 Егор, нет. Ты пиньят хочу, там дюнь-дюнь. Я же даже придется кулаками. Ну да. Это что? Нет, Егор, нет. Пойдем, Ален, повесим. Давай, нет, бить Миша потом. Егор, подожди сейчас, пока не мешай. Давай я придержу. Только надо, чтобы хоть лицом она сюда. Не по... Ну, короче, ладно, не суть. Ему-то невысоко будет пинуть. Так он палкой же будет. Какой палкой? Ну-ка. Ну, сколько да. Да ничего, нормально. Так, а это вообще как бы опознаваемо, что это медуза? Снизу принесите из гостевой палку, мы примерим. Достаете вы или не достаете? Мишель. Пошлите вниз. Да ладно. Да, Миш, палка в гостевой. Так, не бей. Ну-ка. Нормально, нормально, не бей пока. Все, достанешь, нормально. Оставляем палку. Миш, вы так уже раздурились. Глазами будут бить. А, наверное, надо, да. Лучше, наверное, завязанными, да? Все, надо еще, значит, тебе... Платочек для завязывания глаз. Ваня, загадай загадку, что сколько здесь животных, сколько? Правильно? 15. 15? Миша, а ты посчитай сколько? Подождите, я посчитаю сам. 19. Дайте я пересчитаю сама. 18. Здесь 18 животных я насчитала. Все, короче, ладно, уже вы меня оглушили, ребятушки.
Иду. Чего? Тань, привет. Ты чего? А что не заходишь-то? Я думала, где дом? Так я, а что там, дождь периодически начинает? Давай в дом тогда. Или думаешь, на улице лучше? У тебя как? Не, вообще. Ой, прости, я тебе голову срезала. Ничего страшного, не расстроюсь. У тебя вообще анимационная программа-то на улице рассчитана? Да мне вообще без разницы. Там сыро, да? Вот здесь вот можно вообще здорово. Как... Да? Смотрите, как скажете, мне все равно. Ну ты же, ладно, заходи. Хотите? Миш, куда хотите, на улицу или дома? Миш, где будем? Ну, пиньяту мы повесили уже наверху, потому что тут дождь припустил. Ну, давайте дома, да, Миш? Дома будем, Миш? Тогда смотри, держи, это тебе. Помогайте. Настоящие помощники. Здравствуйте. Держи, это тебе. Какие Егор, смачки, помогай. Серьезные. У нас не все еще пришли. Записка будет. Потом письма положим под стол. Так, кстати, где еще эти мелкие-то надо добавить? Ну, проходи. Вот где это свечки стоят, туда положила. Тебе помочь? Нет, все, хорошо, спасибо. Так. Ром, такая желтизна в камере. Может, ты мне наладишь? Ну что, он говорит, дома будем, да, делать? Так там дома. Нет, но сейчас конкретно нет, но сыр, наверное. Они уже набесились здесь у меня, они уже все уставшие. Миша встал в 5 утра, вау! Поэтому он уже никакой, но я не знаю, что. Миша вообще у нас вырос, да, Миша? А знаешь, мы, короче, с Ромой всю ночь это украшали. Я 4:30 запаковала подарки. Минут через 10 спускается Миша, и все распаковано. Я говорю, ну все, Рома, мы с тобой поспали. Нет, ну я вообще вами прям, я вами любуюсь. Вообще прям молодцы, столько всего интересного, познавательного. Так надо, да, да, Миш? Приехал. Вообще умнички. Ты первый приехал, да, Егор. Ты весь так сырой, ты как пойдешь? Егор, ты из города Парижа приехал? Как нет? Ну почти, скажем. Да? Из Арзамаса, да? Молодец. Ну там тоже Эйфелева башня. Конечно. Ой, привет, Денис. С этим молодым человеком. Мы вообще не виделись, да, Денис? Вообще давно. Часто. Ну что, Денис, поздравлять будешь, Миша? Да. Миш, я тебе желаю, чтобы ты никогда не болел, чтобы слушался родителей и учился на пятерке. Ой, это как здорово. Молодец. Миша, тебя поздравляю с днем рождения. Желаю тебе оставаться таким же замечательным мальчишкой. Ты такие замечательные родители. Тебя улыбайся, иди в школу с улыбкой. Спасибо. У тебя там будет много хороших, добрых друзей. Ну-ка, мальчишки, давайте все вместе. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Ура! Встречайте, гостей придут! Еще гостей! Ой, мы тут все вместе! Ой, гости идут, заходите! Так. Ну, проходите. Мы решили, что сначала за столом посидят они, а потом уже анимационный программ. Здравствуйте. Знаешь, ты ему подарил? Нет, я Лего подарил. Миша, дари подарок. Что стоишь? Ниндзя Лего. Миша, покажи, похвастайся. Что у тебя там? Это тоже хочу. Круто. Ну-ка, у нас наподобие что-то есть, да? Знаешь, мне? По электрике. Да? Ну, значит, можно будет еще больше цепь собрать. И их можно две соединять вместе, и будет длинная цепь. Можно, чтобы было две лампы, два звука. А это для выжигания. Ну, тебе актуально у нас выжигатель. Но... Я тоже хочу эту. Что, тоже хочешь? Да, она долго стоит. Дед Мороз, так. Заказывай на Новый год. Ну, давай, пройдем, вы меня в туалет прогнали. Да, давайте. Маме подарки пойдем. Все раздали. Так. Ой, ты кто у нас такая красивая девочка пришла, принцесса? Привет, Дим. Ручки все помоют. Можно вот салфетки дать.
чтобы они там в очередь не вставали. Мальчики, влажными салфетками все руки вытираем. Давайте вам дам. Проходи, Денис. Миша, Миш, еще Денис тебя хочет поздравить. И Данила. Ух ты, Миш, смотри-ка, денежки тебе. Это на поездку ему. На поездку, да. Что надо сказать? Покажи, Миш, что это? Глобус, ничего себе, круто. Ну, я думаю, Миш... Это что, это твой? Ты еще. Глобус, круто. Я в чем где мы были? Давайте, ну, чувак, говоришь? Мне, давайте, я все вам сказал, глобус тебе хочу. И они купили глобус, да? Ну здорово, видишь? Спасибо большое. Давай, мальчишки, сразу руки в брюк. Там девочки-то не ваша невеста-то. Там немножко помладше калибр. Давай, встречайте. Сейчас придут. Так, вы только их пульками тут не обстреливайте, девчонок. Ладно? Да, что? Сейчас они зайдут, а вы кричите: ура! Ура, девчонки! Миш, давай. Вот, тут пришел, здравствуйте. Ура! Здоровые девчонки! Проходите, девочки. Шарик один до дома не дошел на вашу. Ну ничего. Проходите. Алло, шарик Миша и подарки Миши. Все, давайте. Мама поцелуй, да? С папой. Так, я позвоню, когда, да. Давай, пока. Проходи. У тебя самый настоящий телефон? Вот смотри, дядя Женя, у него вообще не настоящий. Так, вот, знаешь, у меня, знаешь... Тык, а вот здесь вот самый настоящий телефон. У меня, знаешь, сколько лет было, когда у меня телефон появился? Наверное, лет 20. А у меня в прошлом году был кнопочный Nokia, мне Артем. Ну, приходи. Мишу, Оль, ты где? Миш, давай, поздравлять тебя девочки будут. Ну-ка, давай. Ну. Алло, Лялечка. Скажи, поздравляем. Обнимашки, ой, обнимашки. Давай, хвастайся, Миш, подарочком. Морской бой. Нет, танковый бой, танковый. Егор, как у тебя морской, только у Миши танковый. Круто. Ты его хотел? Здорово. И, а еще и это Лего Майнкрафт. Здорово, молодцы. Скажи спасибо девочкам. Так, ну чего, давай рассаживайся. Сумку, а ты положи сюда куда-нибудь. Здорово, Златочка. Поиграй, давай. Ой, как классно, да? Так, кто хочет принарядиться, здесь у нас есть шляпы. Кому нужна шляпа, если кто? У кого голова замерзла? Надевайте. Хочешь шляпу, Егор? Грибочек, он сейчас испугается такой черной шляпы-то. Это Миша навырезал на другую. Миша уже нарезал. Я делаю нам дом и посмеял. Да. Давайте, ребят, садитесь, кому где больше нравится. Смотрите вторую часть моего дня рождения в следующем видео. Все. Зу, не бойся, Миша. Он едет, пацан, на районе.